Расширенную планерку начали с минуты молчания. Собравшиеся почтили память Владимира Зенковского, директора школы-интерната номер 1 «Казачья». Прежде чем приступить к обсуждению повестки дня, Андрей Харченко рассказал об итогах предварительного голосования праймерис партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в законодательное собрание края. По Армавирскому округу номер 9 наибольшее число голосов набрал Андрей Дорошенко. Второе место занял Алексей Штаничев и завершил тройку лидеров Виталий Шаулов. После того, как организационный комитет партии утвердит итоги голосования, будет принято решение по дальнейшему выдвижению кандидатов в депутаты ЗСК. Сильные осадки, которые практически не прекращались в мае, стали причиной повышения уровня воды в реках края. Градоначальник подчеркнул, что в настоящее время уровень воды опасности для жителей береговой зоны не представляет. Вместе с тем призвал службы ГУ и ЧС не терять бдительности и своевременно оповещать население в случае изменения ситуации. Паводковая ситуация, она несложная, но требующая внимания. Я напомню, что в городе Армавире введен режим повышенной опасности. На ряде участков дам мы вынуждены ввели режим ЧС для того, чтобы после подъема воды, который был на прошлой неделе, есть проседание в одном месте тела дамбы, в другом месте тела дамбы. Планово мы могли выполнять процедуры, выполнять работы. Это никак не связано с тем, что там есть угроза проживающим в зонах, которые подвержены у нас потоплению. Армавир с успехом прошел презентацию в законодательном собрании края. Основной темой стало формирование комфортной городской среды. Руководство Армавира вкладывает в это понятие более широкий смысл, чем просто благоустройство. Большое внимание уделяется вопросам социального и экономического развития, улучшения инфраструктуры. Депутаты ЗСК рекомендовали другим муниципалитетам взять на вооружение опыт нашего города в плане благоустройства, а руководству посоветовали принять участие во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». На красочных стендах, которые в настоящее время украшают фойе администрации, были представлены промышленные предприятия города и продукция, которая пользуется успехом в крае и за его пределами. В мае в дежурной части ОМВД по городу Армавиру зарегистрировано 2468 сообщений о нарушении порядка. 70% – это сообщения о кражах из автомобилей, утере документов и конфликтах с соседями. Также в городе произошло 3 преступления против личности. Все они были раскрыты. 15 мая в скорую медицинскую помощь обратился 32-летний житель улицы Ефремова с проникающим колорезанным ранением грудной клетки. По подозрению совершения преступления задержан ранее неоднократно судил 57-летний житель города Армавира. Несмотря на то, что в городе все делается для комфортного проживания граждан, находятся нарушители, которые портят городское имущество. Подобные случаи не должны остаться безнаказанными, подчеркнул Андрей Харченко. По-моему, родители заплатили порядка 500 000 рублей, поэтому, соответственно, у нас все то же самое, ничего по-другому не должно быть. В городе все готово для проведения летней оздоровительной кампании. В этом году на реализацию программы «Дети Армавира» выделено 17,5 миллионов рублей, что на 500 тысяч больше, чем в предыдущем году. Эти деньги специально выделены на временное трудоустройство подростков во время каникул. Родители, которые самостоятельно приобрели путевки в санатории и здравницы страны, могут получить компенсацию и вернуть часть денег. Размер компенсации составляет в этом году, если ребенок в сопровождении родителя или законного представителя, то 1100 рублей в один день. Если ребенок без родителя, 600 рублей за один день пребывания. Если в загородном лагере, 500 рублей за один день пребывания. И если мы воспользовались курсовкой, то 285 рублей. В своем выступлении Ирина Николаевна подробно осветила план мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты детей. С ним можно будет ознакомиться на официальном сайте администрации города. Лариса Юровская, Артур Карджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».